Любое заведение общественного питания, которое имеет в меню выпечку и десерты, или предприятие по выпуску кондитерской и хлебобулочной продукции, нуждаются в специализированном нейтральном оборудовании для работы с тестом и мукой. Кондитерский стол СК, разработанный компанией Atessi, сделает работу пекаря или кондитера максимально производительной и комфортной. Раскатать тесто, обвалять заготовки в муке или приготовить основу для пиццы. Для этих целей оптимально подходит рабочая поверхность стола, имеющие габариты от 1500 на 700 мм до 1800 на 800 мм, в зависимости от модификации. Высота, на которой находится столешница, составляет 870 мм. Таким образом, персонал может выполнять свою работу с максимальным комфортом. Столешница в базовом варианте изготавливается из букового бруса. Все бруски тщательно подогнаны и склеены, зазоры между ними абсолютно исключены. Такая наборная конструкция поверхности предотвращает ее деформацию от влаги и прочих внешних факторов. Что касается материала, то он идеально подходит для заявленных целей. Тесто не прилипает к столешнице, поэтому очень удобно производить раскатку и другие операции. Тесто медленно остывает, оставаясь пышным, поскольку дерево имеет низкую теплопроводность. Имеется возможность изготовления рабочей поверхности из фрагранита. Это прочный и гигиеничный синтетический материал, который стоит механическим повреждениям и воздействием внешней среды. Фрагранит имеет экологичный состав и не взаимодействует с продуктами питания. И что самое главное, он также превосходно подходит для работы с мукой и тестом. Под деревянной или фрагранитовой поверхностью расположено металлическое основание, придающее столу прочность и жесткость. Имеются модификации, оснащенные задним бортом, который предотвращает загрязнение помещения в целом и прилегающей стены в частности. Кондитерский стол СК поставляется в разобранном виде. Его можно быстро смонтировать собственными силами, для этого нужно всего лишь соединить элементы каркаса и зафиксировать их при помощи болтов М6. Опоры стола представляют собой трубы из нержавеющей стали IC-304, их диаметр 40 мм. В нижнюю часть опор впрессованы ножки из пластика, они позволяют регулировать высоту в пределах 2 см для обеспечения ровного и устойчивого положения. Кроме того, они защищают поверхность пола от царапин и прочих повреждений. Под столешницей на высоте 35 см от пола расположена полка, которая может быть как сплошной, так и решетчатой. Материал изготовления – нержавеющая сталь. В любом варианте полка служит не только для хранения продуктов и кухонной утвари, но и для усиления конструкции. Выпекаете ли вы свежий домашний хлеб, готовите ли вы пиццу или собираетесь порадовать своих клиентов оригинальной сладкой выпечкой, кондитерский стол СК от компании Atessi поможет вам выполнить эту работу быстрее и качественнее.